Так получилось, что наш съезд открылся в день Советской армии и флота. Позвольте от имени всех делегатов горячо поздравить славных защитников Родины. Центральный комитет партии уверен, что они и впредь будут надежно стоять на страже мирного, созидательного труда советского народа. Товарищи, Конституция СССР значительно подняла ту роль, которая принадлежит в развитии нашей демократии общественным организациям. Самая массовая из них – это профессиональные союзы. Приняв в свои ряды миллионы колхозников, профсоюзы охватывают теперь практически всех трудящихся. Задачи и права профсоюзных организаций чрезвычайно обширны. Они заботятся о защите интересов трудящихся, участвуют в решении хозяйственных и социальных и культурных задач, много делают для подъема социалистического соревнования, изобретательства и рационализации. И все же думаю, не ошибусь, если скажу, что нашим профсоюзам порой не хватает еще инициативы в использовании широких прав. Они не всегда настойчивы в вопросах выполнения коллективных договоров, охраны труда, слабо еще реагируют на факты нарушения трудового законодательства, бюрократизма и волокиты. Партия рассматривает профсоюзы как свою надежную опору в массах, как мощное средство развития демократии, вовлечения трудящихся в строительство коммунизма. Связь с массами, то есть с громадным большинством рабочих, а затем всех трудящихся, является самым важным, самым основным условием успеха какой бы то ни было деятельности профсоюзов, учреждения. И пусть каждый профсоюзный работник всегда и во всем сверяет свои дела с этим ленинским заветом. Более 40 миллионов юношей и девушек объединяет ленинский комсомол. Способствует формированию поколений людей политически активных, знающих дело, любящих труд и умеющих работать, всегда готовы к защите своей Родины. Вот самое важное, самое главное в работе комсомола. В целом, комсомол с этой задачей справляется. Но не в наших традициях ограничиваться похвалами. Не секрет, что у некоторых молодых людей образованность и информированность подчас уживаются с политической наивностью, а профессиональная подготовленность с недостаточно ответственным отношением к труду. Во многом это результат недоработок комсомола. Стало быть, нужно усиливать воспитательную работу. Я имею в виду и воспитание трудовое, и воспитание нравственное, и воспитание идейно-политическое. В этом надежный залог всего того, что советская молодежь всегда будет нести высоко знамя коммунизма. Товарищи, в свете впечатляющих достижений советского народа сегодня еще глубже воспринимается известная ленинская формула: «Партия
ум, честь и совесть нашей эпохи. Вместе с развитием нашего общества, изменением ее социально-экономического, политического и культурного облика растет, крепнет, мужает партия коммунистов. В целом, за отчетный период численность КПСС увеличилась на 1 800 000 человек. Сейчас в партии 17 480 000 коммунистов. За 5 минувших лет в ряды КПСС пришли свыше 1 500 000 лучших представителей рабочего класса, то есть 59% всего партийного пополнения. Среди новопринятых более 10% составили колхозники. Продолжался приток в партию представителей советской интеллигенции. Почти 3/4 вступивших в КПСС за эти годы члены Ленинского комсомола. В партию приходят лучшие, передовые представители советского народа. Однако порой в ряды КПСС попадают случайные, недостойные люди. Назову такую цифру. После 25-го съезда из партии исключено за поступки, несовместимые со званием коммуниста, почти 300 000 человек. Надо со всей силой подчеркнуть, наше отношение к тем, кто ведет себя недостойно, нарушает устав партии и нормы партийной морали, было, есть и будет непримиримым. Никаких поблажек и никому, когда речь идет о чести и авторитете нашей партии, о чистоте ее рядов. Товарищи, за отчетный период состоялось 11 пленумов Центрального комитета. Они созывались регулярно. Обсуждение велось по-деловому, самокритичному. Товарищи это знают. Словом, мы следовали ленинским нормам и традициям. Состоялось 236 заседаний Политбюро. Вся его деятельность была сконцентрирована на ключевых моментах, связанных с практическим выполнением решений 25-го съезда КПСС и пленумов ЦК, с новыми явлениями во внутренней и внешней политике. При подготовке заседаний, как и в ходе обсуждения, высказывались, что вполне естественно, различные мнения, вносились различные замечания и предложения. Однако все решения принимались в духе полного единодушия. В этом единстве сила коллективного руководства. Политбюро – это поистине боевой штаб нашей многомиллионной партии. Именно здесь аккумулируется коллективный разум партии и формируется партийная политика, выражающая интересы всего советского общества, всех коммунистов и беспартийных. Подбор кадров, организация и проверка исполнения, практически все текущие вопросы партийной жизни – таков в основном круг проблем, которыми занимался секретариат ЦК. За истекшее время он провел 250 заседаний. Политбюро и секретариат ЦК постоянно заботились о повышении роли и ответственности республиканских, краевых, областных, окружных, городских и районных партийных организаций. Обстоятельно изучались положения дел на местах, рассматривались отчеты многих партийных комитетов на основе всестороннего
тщательно обсуждения делались выводы общепартийного значения. В работе каждой партийной организации есть немало ценного, поучительного. Упомянулись некоторые интересные факты. Партийные организации Москвы и Ленинграда добились хороших результатов в развитии творческой активности производственных коллективов и коммунистов, коммунистическом воспитании трудящихся. С усилением работы парторганизации по внедрению в сельскохозяйственное производство, научной системы земледелия и передовой практики связаны крупные достижения хлеборобов Казахстана и тружеников хлопковых полей Узбекистана. Заслуживает положительной оценки деятельность Компартии Азербайджана по мобилизации трудящихся на досрочное выполнение заданий 10-й пятилетки. Добились значительного повышения темпов экономического и социального развития Республики Компартии Грузии. Компартия Украины и Белоруссии появилось немало интересного в деле подбора и воспитания кадров. Повышение ответственности руководителей за конкретные участки работы. Партийные организации Армении и Латвии сумели нацелить трудовые коллективы, все звенья управления и планирования на повышение качества промышленной продукции. Активизировали работу по интенсификации производства коммунисты Эстонии. Новосибирские и Свердловские обкомы многое сделали по укреплению связи науки с производством. Центральный комитет поддержал начатое тружениками Дона содержание за досрочное освоение проектных мощностей, поддержал почин партийных организаций Кубани и Днепропетровщины по улучшению качества сельскохозяйственной продукции. Опыт работы трудовых коллективов Урала и Кузбасса по экономии металла и топливно-энергетических ресурсов. В решении больших и многообразных задач коммунистического строительства первостепенная роль принадлежит первичным партийным организациям. Первичные партийные организации наделены правом контроля за деятельностью администрации. Важно, чтобы они полнее и лучше использовали его. Идет речь о кадровых вопросах, о выполнении хозяйственных планов или об улучшении условий труда и быта, парторганизации должны проявлять принципиальность, не идти на поводу администрации, когда они поступают неправильно. Словом, твердо проводить партийную линию. Побольше инициативы, побольше принципиальности. Вот что хотелось бы пожелать им с трибуны съезда. За отчетный период была проделана значительная работа по дальнейшему улучшению качественного состава и расстановке руководящих кадров, повышению их квалификации. В соответствии с указаниями 25-го съезда на партийную работу вновь выдвигали специалисты народного хозяйства. В настоящее время 3/4 секретарей ЦК Компартии Союзных Республик, крайкомов, обкомов, 2/3 секретарей горкомов и райкомов партии имеют инженерно-техническое, экономическое или сельскохозяйственное образование. Это хорошо. Но нельзя не учитывать, что часть специалистов, пришедших в партийный аппарат с производством, не обладают достаточным политическим опытом, привносят порой в партийные органы административно-хозяйственные методы. Надо повышать политическую подготовку этих товарищей, помогать им приобрести необходимые навыки партийной работы. Надо, чтобы товарищи, выдвигаемые на руководящую партийную работу, как говорят, поварились в гуще трудящихся масс, чтобы они не по документам,
а из личного опыта знали, чем живут рабочие, крестьяне, интеллигенция нашей страны, знали их жизнь и запросы, интересы. Думаю, стоит отдельно сказать об участии женщин в руководящей работе, партийной, советской, хозяйственной иной. Приходится признать, что возможности для выдвижения женщины на ответственные посты реализуются еще не в полной мере. Такое положение следует поправлять. В отчетный период Центральный комитет повысил внимание и к проверке исполнения принятых решений. Мы стали чаще заслушивать руководителей различных рангов, персонально отвечающих за определенные направления работы. На это же были ориентированы Совет министров СССР, министерства и ведомства, партийные советские органы республик, краев и областей. Активизировали борьбу с нарушениями партийной и государственной дисциплины Комитет партийного контроля при ЦК КПСС и партийные комиссии местных партийных органов. Делается, в общем, немало, но все же проверка исполнения еще остается узким местом в работе значительного числа партийных организаций. Товарищи, начиная подготовку к 26-му съезду партии, Центральный комитет обратился ко всем коммунистам с призывом провести отчетно-выборную кампанию, обсуждение проекта ЦК к съезду творчески, самокритично, с максимальным приближением к жизни, к конкретным вопросам, которые волнуют коммунистов. Ход отчетно-выборной кампании показал, члены нашей партии услышали призыв Центрального комитета, поддержали его. Отчетно-выборные собрания в большинстве случаев прошли в обстановке высокой активности. В первичных цеховых парторганизациях и партийных группах на них присутствовало 96% коммунистов. Около 10 миллионов человек выступили в прениях. Участники собраний, конференции и съездов требовательно оценивали деятельность выборных партийных органов. Они подвергали критике упущения и недостатки. Было высказано много ценных предложений. Вот это и есть, товарищи, коллективный разум партии. Это и есть единая воля партии, выражение сплоченности коммунистов вокруг Центрального комитета. Огромное значение, как канал живой связи партии с массами, имеет письма и предложения трудящихся. Безгранично доверяя партии, они с открытым сердцем обращаются к ней по самым насущным вопросам общественной жизни, труда и быта. Откровенно делятся своими соображениями и заботами, критикуют имеющиеся недостатки. ЦК придает работе с письмами, своевременной реакции на них большое значение. В отчетный период эта работа была существенно улучшена, чему немало способствовало создание отдела писем в аппарате Центрального комитета. Сплошь и рядом вопросы, выдвигаемые трудящимися, могут и должны решаться руководителями предприятий, районными и городскими организациями. Чуткое, внимательное отношение к письмам, просьбам и жалобам граждан каждый партийный работник, каждый руководитель обязан рассматривать как свой долг перед народом, перед партией. Подчеркиваю, к письмам открытым, честным. Что же касается всякого рода анонимных поклепов, то партийная точка зрения известна. Им не должно быть места в нашей жизни.
Тем, кто выступает с правдивой деловой критикой, незачем скрывать своего лица. Неотъемлемый элемент демократической жизни партии – внутрипартийная информация. ЦК КПСС широко и оперативно информировал местные партийные органы, коммунистов и по вопросам внутренней и внешней политики, организатора идеологической работы. Одновременно ЦК КПСС, все партийные комитеты стали активнее использовать информацию первичных парторганизаций. Они помогают учитывать общественное мнение, более конкретно представлять положение на местах. Указание 25-го съезда КПСС стимулировали дальнейшее развертывание критики и самокритики в партии. Нужно и дальше всемерно углублять эту положительную тенденцию. Любым попыткам преследовать за критику, необходимо давать самый решительный отпор. Наша позиция по этому вопросу четко сформулирована в уставе партии. Она получила отражение и в Конституции СССР. Никакого попустительства в отношении зажимщиков критики. Таково требование и партийного, и государственного закона. Товарищи, условия, в которых мы живем и работаем, за последнее время значительно изменились. Иным стал советский человек, обогатились его знания, повысилась эрудиция, значительно выросли духовные запросы. В то же время расширился и арсенал средств, находящихся в распоряжении наших идеологических работников. Надежный канал повседневной информации, 380 миллионов экземпляров газет и журналов. 380 миллионов. 75 миллионов телевизионных экранов зажигается ежедневно в нашей стране. С другой стороны, возросла активность пропагандистских средств классового противника. Усилились его попытки оказывать разлагающее влияние на сознание советских людей. Учитываются ли должным образом все эти новые явления и обстоятельства? В полной мере используются огромные возможности нашей пропаганды. На этот вопрос можно дать только один ответ. Нет, еще не в полной мере. Исходя из этого, Центральный комитет партии сформулировал задачи улучшения идеологической и политико-воспитательной работы. Они изложены в постановлении ЦК от 26 апреля 1979 года. Этот документ долговременного действия. По существу речь идет о перестройке. Да, я не оговорился, именно о перестройке. Перестройке многих участков и сфер идеологической работы. Надо добиться, чтобы ее содержание стало более актуальным, а формы отвечали современным запросам и потребностям советских людей. Очень важно, чтобы пропаганда не обходила острых тем, не боялась затрагивать так называемые трудные вопросы. Надо смелее делать это. Помню, что если мы не отвечаем на них, то недруги, но нашей страны, постараются воспользоваться этим для клеветы на социализм. И еще об одном. Вся идейно-воспитательная работа должна вести живо, интересно, без штампованных фраз и стандартного набора готовых форм. Наша партия с большим доверием относится к многотысячному отряду советских журналистов, высоко ценит их нелегкий труд. Мы надеемся, что советские журналисты вместе с многомиллионным активом нашей прессы будут всегда проявлять высокую общественную активность и ответственность
руководствуясь ленинскими принципами и традициями партийной журналистики. Слово признательности и огромной армии людей, коммунистов, беспартийных, которые несут массы мыслей партии, разъясняют ее политику. Это лекторы и пропагандисты, агитаторы и докладчики. Их работа, как правило, проводится на добровольной основе за счет своего свободного времени. Они делают полезное и нужное для народа дело. Спасибо им большое. Вместе с тем, и здесь есть пища для размышлений. Не слишком ли застыли у нас формы массовой политической работы? Кому-кому, а идеологическим работникам должно быть в высшей мере присуще чувство нового. В отчетный период уделялось много внимания партийной учебе. В партийном просвещении главный вопрос состоит, пожалуй, в его результативности. Чего же мы хотим достичь? Мы хотим, чтобы партийная политика сливалась с деятельностью масс, чтобы партийное просвещение учило людей, говоря словами Владимира Ильича Ленина, действовать так, как того действительно коммунизм требует. Такова наша цель. Но так обстоит дело не везде и не всегда. До сих пор теоретическая пропаганда во многих школах и кружках партийного просвещения недостаточно связывается с решением актуальных общественных производственных проблем, волнующих людей. Не изжито еще и проявление формализма и школярства, принижающее заинтересованность слушателей в теоретической учебе. От идеологического, пропагандистского актива партии в первую очередь зависит отношение людей к партийной учебе. Люди должны тянуться к ней сами, чтобы коллективно обсуждать активные проблемы теории и политики партии, получать ответы на волнующие всех вопросы, пополнять свой идейно-теоретический багаж. Товарищи, марксистско-ленинская партия не может выполнить свою роль, если она не уделяет должного внимания осмыслению всего происходящего, обобщению новых явлений, творческому развитию марксистско-ленинской теории. Мы всегда считали эту задачу чрезвычайно важной, уделяли ее решениям большое внимание и в отчетный период. После 25-го съезда теоретический арсенал партии пополнился рядом важных обобщений и выводов. Из того, что сделано в области теории, следует прежде всего назвать разработку концепции развитого социализма. Опираясь на эту концепцию, партия уточнила и конкретизировала пути и сроки реализации наших программных целей, определила стратегию и тактику на длительный исторический период. В партийных документах и научных исследованиях последних лет раскрываются различные стороны зрелого социализма. Создана работа, анализирующая опыт мирового социализма, раскрывающая закономерности мирового революционного процесса. Сделаны серьезные шаги в изучении современных международных отношений. Словом, работа проделана большая, и она заслуживает признания. Но далеко не все в области общественных наук вызывает удовлетворение. Не преодолена еще склонность к схоластическому теоретизированию, о чем говорилось и на 25-м съезде. Философы частенько предпочитают доказывать доказанное,
вместо того, чтобы осмыслить новое явление жизни. Немало проблем, ждущих своего решения, накопилось в политической экономии социализма. Больше внимания требуют социальные последствия научно-технической революции. Глубже и смелее надо анализировать явление политической жизни общества. Слабо еще изучается общественное мнение. И это только часть вопросов, которыми предстоит заняться. Товарищи, Центральный комитет считает необходимым поставить на обсуждение съезда еще один крупный вопрос общепартийного значения. Ныне действующая программа КПСС в целом правильно отражает закономерность общественного развития. Но с момента ее принятия минуло 20 лет. За это время накоплен большой опыт социалистического и коммунистического созидания в Советском Союзе. Этап развитого социалистического общества – это необходимый, закономерный и исторически длительный период. Такой вывод был сделан и разработан партией в последние годы. И это, безусловно, надо в должной мере отразить в партийной программе. Очевидно, в программе следует ясно раскрыть изменения, которые произошли в структуре нашей экономики, подчеркнуть и уточнить задачи долговременного порядка. Разумеется, мы должны при этом исходить из ленинского указания, что программа устанавливает лишь основные принципы. В ней невозможно и неуместно предугадать частности. На международной арене также возникло много новых, принципиально важных явлений и процессов. С учетом всего сказанного, нам, видимо, следовало бы ввести необходимые изменения и дополнения в действующую программу. Если такое предложение получит поддержку делегатов съезда, то можно было бы поручить Центральному комитету подготовить новую редакцию программы. Товарищи, стремительный поток времени. На нынешнем съезде нам предстоит обсудить планы партии, планы страны на 11-ю пятилетку и заглянуть дальше, до 90-го года. Фактически же от того, что мы решим в эти дни, во многом будет зависеть облик нашей Родины в конце 20 века, на пороге третьего тысячелетия. 20 век принес с собой большие перемены, больше перемен, чем любые предшествующие ему столетия. И ни одна страна не внесла в эти перемены более весомого вклада, чем Союз Советских Социалистических Республик, Родина Великого Октября. Страна, первая страна, победившего социализма. Вот уже седьмое десятилетие осеняет ее непобедимое ленинское знамя. Нет такой страны или группы стран, такого идейного или политического течения, которое не испытывало бы на себе в той или иной мере влияние социализма. Такова реальность конца 20 века. Нелегко рождается новая жизнь. Труден, иногда мучителен путь социального прогресса. Но тем значительнее, тем рельефнее достижения социалистического общества, тем величественнее подвиги его строителей и защитники. Нашей коммунистической партии, нам, советским коммунистам, выпала завидная роль находиться у истоков социалистического преобразования жизни. На нашу долю выпала почетная миссия защищать, отстаивать мир.
величественна наша цель – коммунизм. И каждый трудовой успех, каждый год героических свершений, каждая пятилетка приближает нас к этой цели. С этой точки зрения партия оценивает и предстоящее пятилетие. Дел предстоит много. Задачи надо решить большие, сложные. Но мы решим их и решим обязательно. Да, советские люди с уверенностью смотрят в завтрашний день. Но их оптимизм не самоуверенность балования судьбы. Наш народ знает, все, что он имеет, создано его собственным трудом, защищено собственной кровью. И мы оптимисты потому, что верим в силу труда, потому что верим в свою страну, в свой народ. Мы оптимисты потому, что верим в свою партию, знаем путь, который она указывает, единственно верный путь. Честь и слава Коммунистической партии Советского Союза, партии строителей коммунизма. Пусть и дальше крепнет и процветает наша великая Родина, Союз Советских Социалистических Республик. Да здравствует мир! Да здравствует коммунизм! Объявляется перерыв до 17 часов.
товарищи делегаты, продолжаем работу нашего съезда. Есть предложение обсуждения отчетных докладов Центрального комитета КПСС и Центральной ревизионной комиссии проводить одновременно. Нет возражений? Нет, принято, принимается. Слово предоставляется председателю Центральной ревизионной комиссии КПСС товарищу Сизову Геннадию Федоровичу. Дорогие товарищи, каждый съезд Коммунистической партии Советского Союза – это огромное событие в жизни многомиллионной армии коммунистов страны, всего нашего народа. Съезды партии, являясь ее верховным органом, обобщают опыт борьбы и созидания, разрабатывают стратегию и тактику партии на каждом новом этапе коммунистического строительства, коллективно развивают великую науку современности – марксизм-ленинизм. В то же время съезды нашей партии являются событиями большого международного значения, неизменно приковывают к себе пристальное внимание и вызывают глубокий интерес у трудящихся всех стран. 26-й съезд партии войдет в историю как знаменательный рубеж в развитии нашей страны, всестороннего укрепления принципов зрелого социализма в экономике, политической и духовной сферах, во всем образе жизни советского народа. Доклад генерального секретаря ЦК КПСС товарища Леонида Ильича Брежнева это документ подлинно ленинского масштаба и стиля. В нем представлена впечатляющая картина работы партии по руководству страной, дан всесторонний марксистско-ленинский анализ внутренней и внешней политики партии, показаны во всем значении для судеб страны и народа наши достижения за пятилетие в политической, экономической и социальной областях. Достижения наши действительно большие. Они вызывают чувство законной гордости и искренней радости. Но партия реалистически оценивает положение дел. В докладе товарища Брежнева и в проекте основных направлений экономического и социального развития СССР на 1981-1985 годы и на период до 1990 года на основе критического рассмотрения проделанного намечена ясная программа на предстоящие годы, четко поставлены задачи, которые следует решать. Они не могут не вселять уверенность в том, что путь, по которому мы идем, это правильный ленинский путь. Советский народ с оптимизмом смотрит в будущее, верит в мудрость и прозорливость партии, руководящей и направляющей силы советского общества. С большой любовью и глубоким доверием относятся советские люди Центральному комитету КПСС, Политбюро во главе с верным ленинцем, неутомимым борцом за светлое будущее товарищем Леонидом Ильичом Брежневым. Наш народ горячо одобряет и поддерживает внутреннюю и внешнюю политику КПСС, политику мира и созидания, подлинно народную политику.
товарищи, Центральная ревизионная комиссия КПСС на том участке работы, который определен ей уставом, активно участвовала в решении задач, выдвинутых 25-м съездом КПСС. Согласно уставу КПСС, Центральная ревизионная комиссия обязана ревизовать быстроту и правильность прохождения дел в центральных органах партии, кассу и предприятия Центрального комитета КПСС. Центральная ревизионная комиссия строила свою деятельность в точном соответствии с этими положениями устава партии. Ее работа осуществлялась по плану. Мы также уделяли большое внимание оказанию практической помощи в работе ревизионным комиссиям местных партийных организаций. Необходимо подчеркнуть, что успешное проведение в жизнь решений съездов партии и пленумов ЦК по руководству коммунистическим строительством в нашей стране во многом зависело от слаженной и четкой работы аппарата ЦК КПСС. Аппарат Центрального комитета партии с большой ответственностью и оперативностью выполнял поручения Политбюро и секретариата Центрального комитета, проводил большую работу по подготовке политических, социально-экономических и других вопросов на рассмотрение Центрального комитета, внимательно относился к поступающим в ЦК предложениям, письмам, заявлениям трудящихся и другим документам. Одной из основных обязанностей Центральной ревизионной комиссии является обеспечение должного контроля за поступлением средств в партийный бюджет и правильным их расходованием. В отчетном периоде этому уделялось главное внимание. Регулярно проводились ревизии кассы Центрального комитета партии. Эти ревизии показывают, что сохранность партийных средств полностью обеспечена. Кассовая книга и бухгалтерский учет ведутся правильно. Центральная ревизионная комиссия КПСС ежегодно рассматривает проекты партийного бюджета, представляемые управлением делами ЦК КПСС на утверждение ЦК, а также отчеты об их исполнении. Доходная часть партийного бюджета складывается из поступлений членских партийных взносов, отчислений от прибылей в партийных издательств и прочих поступлений. Удельный вес членских взносов в среднем за год составлял 2/3 доходов партийного бюджета. За отчетный период доходная часть партийного бюджета значительно увеличилась, как за счет поступления членских партийных взносов, так и за счет издательской деятельности партии. Известно, что уплата членских взносов является одной из первейших обязанностей каждого члена и кандидата партии. Содействует их коммунистическому воспитанию, повышает организованность и дисциплину в первичных партийных организациях. Актуальность своевременной уплаты членских партийных взносов имеет не только практическое, но и политическое значение. В отчетный период ЦК Компартии Союзных Республик, крайкомы и обкомы КПСС заметно улучшили руководство делом приема и учета членских партийных взносов. Производимые проверки показывают, что подавляющее большинство членов и кандидатов партии ежемесячно в установленном размере производят уплату взносов. Однако некоторые коммунисты по различным причинам допускают задолженность. До настоящего времени, товарищи, приходится сталкиваться с недопустимым явлением – уплатой членских взносов не с полного заработка. Такие факты, когда при уплате партвзносов не полностью учитывались отдельные виды премий, гонорара и других дополнительных заработков, имели место в казахской, литовской, приморской, якутской, да и некоторых других парт-организациях.
Надо сказать, что все выявленные недочеты и недоплаты членских взносов возмещены в партийную кассу. Следует отметить и такой недостаток. Когда некоторые секретари первичных партийных организаций длительное время не сдают сберегательной кассы полученные от коммунистов членские взносы для зачисления их на соответствующие счета обкомов, крайкомов и ЦК Компартии Республик. На 1 января 1980 года не было сдано в сберкассы в Иркутской области более 26 тысяч рублей. Такая практика способствует совершению растрат партийных средств, что, к сожалению, имело место в одной из первичных партийных организаций Брянской области. Недостатки в деле уплаты членских взносов в ряде случаев объясняются тем, что в первичных парторганизациях среди коммунистов не ведется достаточной разъяснительной работы о порядке уплаты партийных взносов, установленном инструкцией ЦК КПСС. Некоторые горкомы, райкомы партии и ревизионные комиссии терпимо относятся к имеющимся недостаткам. Редко и не в полном объеме проверяет правильность уплаты партийных взносов в первичных парторганизациях. ЦК Компартии Союзных Республик, крайкомам и обкомам партии следует навести порядок в этом деле, повысить ответственность коммунистов за уплату членских взносов, а секретарей парторганизаций за своевременную сдачу их в сберегательные кассы. Необходимо добиться такого положения, чтобы со стороны горкомов, райкомов партии и ревизионных комиссий проверки правильности уплаты членских взносов ежегодно производились во всех первичных партийных организациях. Каждый случай нарушения установленного порядка уплаты членских партийных взносов должен становиться предметом партийного разбирательства, как того требует устав КПСС. Товарищи, наша партия имеет мощную полиграфическую базу, оснащенную современной высокопроизводительной техникой. Издательства партийных органов постоянно увеличивают масштабы своей деятельности, обеспечивая выпуск необходимыми тиражами марксистско-ленинской литературы, газет, журналов, плакатов и другой продукции. Тиражи многих партийных изданий достигли внушительных цифр. Например, разовый тираж газеты «Правда» в 1980 году составил 10,7 миллиона экземпляров. Газеты «Сельская жизнь» – 9,2 миллиона. Журнала «Коммунист» – 900 тысяч экземпляров. Журнала «Партийная жизнь» – 1 миллион экземпляров и так далее. Выросли тиражи республиканских, краевых и областных газет и журналов. Их разовый тираж составляет сейчас почти 90 миллионов экземпляров. Происходит дальнейшее развитие издательского дела, расширение полиграфической базы партийных издательств как за счет строительства новых, так и путем реконструкции и расширения действующих типографий, обновление в них оборудования. Широко внедряется офсетный способ печати газет, журналов и книг, передачи газетных полос по каналам связи. В настоящее время производственная база издательств партийных органов обеспечивает печатание до 65% газетной и книжно-журнальной продукции страны. Однако дальнейший рост издательского дела в значительной степени сдерживает недостаток бумаги. В доходной части партийного бюджета большой удельный вес занимает поступление от прибылей партийных издательств. За прошедшие 5 лет эти отчисления в партийный бюджет выросли на 46%. Вместе с тем,
работе ряда издательств имеются существенные недостатки. В ряде случаев не обеспечиваются установленные сроки ввод в действие производственных зданий и выполнение некоторых плановых показателей. Допускается неэкономное использование бумаги, топлива и электроэнергии, накопление сверхнормативных запасов материальных ценностей. Партийные комитеты и ревизионные комиссии республиканских, краевых и областных партийных организаций в установленные сроки проверяют финансово-хозяйственную деятельность издательств и типографий и принимают меры к устранению имеющихся недостатков. В 1980 году Центральная ревизионная комиссия КПСС произвела ревизию производственной и финансово-хозяйственной деятельности издательства ЦК КПСС «Плакат». В деятельности издательства наряду с положительными результатами был выявлен ряд серьезных недостатков. Расходование средств в некоторых случаях производилось без должного контроля, допускались излишества, перерасходы, убытки. Товарищи, наша партия располагает большими денежными и материальными ресурсами, которые направляются на содержание партийных органов, проведение ими организационной, пропагандистской и политической работы, подготовку кадров на хозяйственные и другие мероприятия. Все эти расходы покрываются собственными средствами партии без какой-либо дотации из государственного бюджета. Ревизии, проводимые Центральной ревизионной комиссией КПСС и ревизионными комиссиями местных партийных организаций, показывают, что выделяемые по партийному бюджету средства как в Центральном комитете партии, в партийных учреждениях, так и в местных партийных органах расходуются в соответствии с утвержденными ассигнованиями. В то же время некоторыми горкомами и райкомами партии Дагестанской АССР, Алтайского края, Белгородской области допускались перерасходы утвержденных ассигнований на содержание партийного аппарата и хозяйственные нужды. Следует, товарищи, отметить отдельные случаи, когда руководители партийных комитетов нарушали принципы ленинской скромности в расходовании средств на оборудование служебных кабинетов, допускали в этом излишества. Наличие перерасходов и фактов излишеств свидетельствует о недостаточной финансово-бюджетной дисциплине в некоторых партийных комитетах. Обкомам, крайкомам и ЦК Компартии Союзных Республик необходимо принимать действенные меры к наведению порядка в расходовании партийных средств, а ревизионные комиссии партийных организаций должны острее ставить вопросы по устранению вскрываемых недостатков. По партийному бюджету выделяются необходимые средства на подготовку и переподготовку партийных кадров, на организацию партийной пропаганды. На средства партийного бюджета ведется значительное капитальное строительство для создания благоприятных условий деятельности партийных органов в центре и на местах, для обеспечения необходимых условий работы, быта и отдыха партийных кадров. Управление делами ЦК КПСС, обкомы, крайкомы партии и ЦК Компартии Союзных Республик проводят большую работу в этой области. Партийные средства, выделяемые на эти цели, расходуются правильно. Однако, следует отметить, что в некоторых областях, краях и республиках, утвержденные ЦК КПСС планы выполняются неудовлетворительно, строительство отдельных объектов чрезмерно затягивается. Товарищи, как видно из отчетного доклада Центрального комитета партии настоящему съезду, в истекший период проводилась большая работа по дальнейшему укреплению и развитию социалистической демократии,
искоренение элементов бюрократизма и волокиты во всех звеньях аппарата управления. Это нашло свое отражение, в частности, в таком деле, как рассмотрение писем, заявлений и жалоб трудящихся и в организации приема посетителей. Обращаясь в партийные органы, советские люди информируют их о жизни республики, области, трудового коллектива, о личных заботах и потребностях. Авторы писем критикуют недостатки и упущения в деятельности наших организаций, руководителей, помогая тем самым партийным комитетам объективно судить об эффективности принимаемых решений и практических действий, устранять причины недостатков. За отчетный период в Центральный комитет КПСС поступило более 3 миллионов писем. Почти 100 тысяч человек было принято справочной приемной ЦК. Рост числа поступающих писем, их высокая гражданственность говорят о политической зрелости советских людей, их преданности делу партии. Большая заинтересованность в делах государства отражается также и в письмах граждан, критикующих случаи отклонения от требований нашей социалистической морали, нарушения советских законов, которые наносят материальный и нравственный урон обществу. В этой критике со стороны трудящихся проявляются их чувства подлинного хозяина страны, активная жизненная позиция. Центральный комитет КПСС, лично товарищ Леонид Ильич Брежнев уделяют большое внимание работе с письмами, отмечают их важное общественно-политическое значение как одной из форм связи партии с массами. Последние годы ЦК КПСС принял ряд постановлений, направленных на совершенствование работы с письмами и приема граждан. В Центральном комитете партии специально создан отдел писем. Все это позволило поднять эту работу на еще более высокий уровень, придать ей системный и планомерный характер. Многие письма рассматриваются непосредственно секретарями Центрального комитета партии. Центральная ревизионная комиссия КПСС регулярно проверяла в отделах ЦК КПСС организацию работы с письмами и предложениями трудящихся. После 25-го съезда партии отделами ЦК рассмотрено около 300 тысяч писем трудящихся. При этом удельный вес писем, исполняемых ими, постоянно увеличивается. Отделами ЦК контролируются результаты рассмотрения около половины полученных писем. За остальными контроль осуществляется со стороны организаций, которым поручается их исполнение. За редким исключением, все письма рассматриваются в установленные сроки, их авторы получают обстоятельные и аргументированные ответы. Вся работа с письмами и устными заявлениями граждан строится так, чтобы каждый советский человек ощущал свою причастность к государственным делам, был уверен в том, что его мнение, его голос будут услышаны и учтены при выработке больших и малых решений. Поступившие в ЦК партии предложения и пожелания авторов писем были учтены при подготовке ряда постановлений ЦК КПСС. В отчетном периоде Центральная ревизионная комиссия КПСС проверяла работу с письмами в редакции газет «Советская Россия», «Сельская жизнь», журналов «Коммунист» и «Политическое самообразование». Здесь наряду с положительным опытом были установлены существенные недостатки. Прежде всего, товарищи, редакции газет и журналов, на наш взгляд, еще мало используют для публикации
читательские корреспонденции и другие материалы. Имеется ряд фактов, когда рассмотрение писем трудящихся в отделах редакций задерживается на длительное время, из-за чего теряется их актуальность. Контроль за рассмотрением писем, направляемых в другие организации, нередко слаб и малоэффективен. Работники партийной печати должны принять меры к совершенствованию работы с письмами трудящихся, давать им большой выход на страницах газет и журналов, придавать гласности факты волокиты, бюрократизма и борьбы с ними. Многие обкомы, крайкомы и ЦК Компартии Республик в последнее время значительно улучшили работу с письмами и организацию приема граждан. Вместе с тем, как свидетельствуют итоги проверок ревизионных комиссий, кое-где приходится сталкиваться с формальным и пренебрежительным отношением к законным правам граждан, с необоснованным отказами на просьбы, несвоевременными ответами на письма. Встречаются факты поверхностного и недобросовестного рассмотрения жалоб, когда лишь при повторном обращении авторов и вмешательстве вышестоящих органов заявление рассматривается принципиально. Критическое отношение трудящихся к недостаткам порой порождает у некоторых руководителей негативную реакцию, стремление преследовать авторов справедливых замечаний. Такие явления получают строгую оценку ЦК КПСС, местных партийных органов, подвергается обнародованию в партийной печати. Любое обоснованное предложение, заявление или жалоба должны внимательно рассматриваться. По ним необходимо принимать справедливое решение. Это должно стать обязательной нормой для руководителей всех степеней и рангов. Центральная ревизионная комиссия в соответствии с планом межпартийных связей ЦК КПСС проводит обмен опытом работы с ревизионными комиссиями коммунистических и рабочих партий социалистических стран. Делегации Центральной ревизионной комиссии КПСС встречались с ревкомиссиями братских партий Болгарии, Венгрии, ГДР, Монголии, Румынии, Чехословакии. Практика показывает взаимную пользу таких встреч. Товарищи, позвольте заверить настоящий съезд в том, что Центральная ревизионная комиссия КПСС приложит все силы к дальнейшему улучшению своей работы и оказанию помощи парторганизациям в выполнении решений съезда партии. Да здравствует наша ленинская партия, ведущая советский народ к вершинам коммунизма! Товарищи, приступаем к обсуждению отчетного доклада Центрального комитета КПСС и очередных задач партии в области внутренней и внешней политики и отчетного доклада Центральной ревизионной комиссии КПСС. Слово предоставляется товарищу Гришину, первому секретарю Московского городского комитета КПСС. Товарищи, работа 24-го съезда Коммунистической партии Советского Союза, отчетный доклад Центрального комитета КПСС, с которым выступил товарищ Леонид Ильич Брежнев, находится в центре внимания миллионов людей в нашей стране и за рубежом, как событие мирового значения.
Съезд явится важной вехой в борьбе партии и народа за торжество коммунизма. Отчетный доклад ЦК КПСС своим глубоким содержанием, масштабностью выдвинутых задач произвел сильные, незабываемые впечатления, вызвал чувство гордости за нашу партию и страну, ее великие достижения. В докладе подведены итоги многогранной деятельности КПСС, самоотверженного труда советского народа за 10-ю пятилетку и 70-е годы, дан всесторонний анализ международного положения, мирового революционного процесса и внутренней жизни страны, четко разработаны очередные и долговременные задачи коммунистического строительства, борьбы за мир и безопасность народов, определена генеральная линия партии на 80-е годы. Доклад Центрального комитета КПСС – это выдающийся документ творческого марксизма-ленинизма. Он вооружает партию новыми теоретическими выводами и обобщениями, вдохновляет советских людей на дальнейшие трудовые свершения. В отчетный период еще больше возросла роль коммунистической партии как руководящей и направляющей силы советского общества, политического вождя рабочего класса, всего нашего народа. Она высоко несет победоносное знамя марксизма-ленинизма, непоколебимо следует курсам, выработанным 24-25 съездами КПСС. Этот курс убедительно показал свою верность, великую жизненную силу, обеспечил неуклонный прогресс во всех областях жизни советского общества. Политический курс КПСС является продолжением и творческим развитием ленинского плана построения социализма и коммунизма. Владимир Ильич Ленин говорил: «Мы ценим коммунизм тогда, когда он обоснован экономически. Партия целеустремленно осуществляет свою экономическую стратегию, ставшую могучим стимулом трудового энтузиазма народа. За истекшие 5 лет обеспечено существенное продвижение на всех направлениях экономического развития страны, выполнена большая социальная программа, советские люди стали жить еще лучше, материально обеспеченнее, духовно богаче. Успешно развивается социалистическая демократия, еще более упрочилось идейно-политическое единство советского народа, нерушимая дружба народов СССР, их сплоченность вокруг коммунистической партии и ее центрального комитета. На международной арене наша партия, Политбюро ЦК КПСС, товарищ Леонид Ильич Брежнев провели огромную работу по реализации программы мира. КПСС вместе с братскими партиями и странами активно борется за упрочение позиций мирового социализма и сил национального освобождения, дела социального прогресса. Советский Союз последовательно развивает отношения с капиталистическими государствами на принципах мирного сосуществования и делового сотрудничества. Во многом благодаря этому в 70-е годы было достигнуто ослабление международной напряженности. Однако империалистические круги всячески стремятся изменить соотношение сил в мире в свою пользу. В последние годы, как отмечено в отчетном докладе, резко возросла агрессивность политики империализма и прежде всего американского. В этой сложной обстановке КПСС, его политбюро, твердо проводит принципиальную внешнюю политику, которая подчинена интересам сохранения разрядки, укрепления мира. Вместе с тем Советский Союз решительно противостоит попыткам империализма подорвать социализм, национально-освободительные движения, нагнетать напряженность, добиться военного превосходства в ущерб безопасности нашей страны, всего социалистического содружества. Внешняя политика КПСС
пользуется безраздельной поддержкой советского народа, всего прогрессивного человечества. Горячее одобрение вызывает содержащиеся в отчетном докладе новые конструктивные предложения нашей партии, направленные на предотвращение угрозы войны, обеспечение международной безопасности. Эти предложения развивают и дополняют программу мира, разработанную предыдущими съездами КПСС, являются новым крупным вкладом в дело борьбы за мир и сотрудничество между народами. Успехи внутренней и внешней политики КПСС – это результат огромной политической и организаторской работы нашей партии, ее Центрального комитета, Политбюро ЦК КПСС во главе с выдающимся политическим и государственным деятелем, верным продолжателем великого дела Ленина, пламенным борцом за мир и коммунизм товарищем Леонидом Ильичем Брежневым. Беззаветное служение партии, родине, народу снискали Леониду Ильичу глубокое уважение и высокий авторитет в нашей стране, братских странах социализма, у всех честных людей планеты. С именем товарища Брежнева, его неустанной деятельностью связаны все стратегические направления политики КПСС, разработка и осуществление крупных мероприятий по ключевым вопросам развития советского общества, улучшению жизни народа, активная борьба за мир и международную безопасность. Единодушно одобряя и горячо поддерживая политику партии, советские люди выражают Центральному комитету, Политбюро ЦК КПСС, Леониду Ильичу Брежневу глубокую признательность за все, что делается во имя процветания советской Родины, укрепления мира на земле. В нашей партии и стране сложилась хорошая морально-политическая атмосфера, которая обусловлена единством партийных рядов, постоянной заботой ЦК КПСС, товарища Леонида Ильича Брежнева, о создании обстановки деловитости и уверенности, подлинно ленинским стилем работы наших высших органов партии, Центральный комитет дальновидно, конкретно, творчески, с учетом требований времени, решает назревшие вопросы внутренней и внешней политики. Его деятельность характеризуется научным подходом к общественным процессам, строгим соблюдением норм партийной жизни, принципа коллективного руководства, высокой требовательностью и уважительным отношением к кадрам, тесной связью с массами, внимательным отношением к предложениям центральных и местных органов, к нуждам и запросам трудящихся. Все это обеспечивает плодотворную работу всей партии и каждой партийной организации. В отчетном докладе получило дальнейшее развитие ленинское учение о партии, неуклонное возрастание ее руководящей и направляющей роли, объективная закономерность развития нашего общества, надежные гарантии новых побед на пути коммунистического созидания. Важное значение имеют высказанные товарищем Леонидом Ильичем Брежневым положение о дальнейшем совершенствовании методов партийного руководства, усилении влияния, внимания к вопросам внутрипартийной жизни, внесении изменений и дополнений в программу КПСС в соответствии с новыми явлениями и процессами во внутренней жизни страны и на международной арене. К своему 26-му съезду Коммунистическая партия Советского Союза пришла с развернутой программой действий, которая содержится в отчетном докладе Центрального комитета и в проекте основных направлений экономического и социального развития страны на 1981-1985 годы и на период до 1990 года. Советский народ горячо поддерживает эту программу, которая полностью отвечает его жизненным интересам.